Уборка мусора, валежника, листвы, рубка сухостоя. На протяжении всего месяца активисты со всего округа принимали участие в приведении в порядок территорий. На финальный субботник Татьяна вышла вместе со своими коллегами из Одинцовской областной больницы. Это очень полезное мероприятие. Благоустроили город. И, конечно, это очень объединяет коллектив. Ранее жители уже убирали территории в деревне Глазынино, студенческом парке, в Одинцове и в других местах. В этот раз субботник прошел в Дубовой роще между Подушкинским и Красногорским шоссе. Глава муниципалитета Андрей Иванов поблагодарил всех, кто трудился на благо округа весь месяц. Мы проводим уже четвертый большой субботник такой дружной командой. Я хотел бы сказать всем вам спасибо за участие. Спасибо всем жителям, которые поддержали и присоединились к нам. Мы очень ценим их за участие и за такое неравнодушное отношение к нашему городу. За месяц чистоты и благоустройства участники субботников привели в порядок зеленые зоны, парки и другие общественные территории. Мы за чистый город. Более того, во всех образовательных учреждениях у нас и в детских садах, и в школах тоже проходят по субботам субботники. Мы приводим территории свои после зимнего периода в нормальное состояние, избавляемся от старой гнилой листвы, от мусора. Хотим, чтобы все наши дворы были чистыми, убранными и аккуратными. Мы сегодня со своим коллективом поддержали инициативу Андрея Воробьева и главы нашего городского округа Андрея Рубича Иванова. Вышли на субботник, он завершающий в этом месяце. Сейчас уберем сухостой, попилим, сложим его в кучу, чтобы можно было в дальнейшем его утилизировать, уберем упавшую листву. Восстановить силы всем участникам субботника помогла полевая кухня, которая развернулась прямо в Дубовой роще. В этот день масштабная уборка территории прошла по всему городскому округу. Было убрано 1400 кубометров мусора, высажено 10 деревьев и 10 кустарников, а также отремонтировано 50 малых архитектурных форм. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».